Отже, друзі, як і обіцяли ще на початку першої години, сьогодні поговоримо про те, як правильно падати під час ожеледі, для того, щоб не забитися і не пошкодити собі ніяких органів і частин тіла. Отже, в нашій студії ранкова хість. Радий представити вам людину, яку ви вже добре знаєте, Михайло Шелеста, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Вітаю вас. Привіт всім, привіт всім. Привіт. І так, перед этим ми вийшли на вулицю вже, ізрядно попадали, для того, щоб показати нашим телезрителям, як правильно і як неправильно падати. Тому що сьогодні, к щастю, вже починає немного таяти, але під вечір воно все-таки береться все льдом, і, відповідно, люди, повертаючись домой по темним вулицям, можуть хорошо упасть, но нужно падать правильно. Я предлагаю начинать уже, соответственно, из этих небольших видео, чтобы их комментировать. А первое у нас в падении нога скользит вперед, это правильное падение. От вас хотелось бы узнать комментарий, что и как нужно правильно делать. Уважаемые телезрители, студия, значит, основные правила падения очень простые. Желательно, ну как желательно, даже не желательно, нежелательно биться головой. Угу. Падать только на руки, имеется в виду, локтями не падать, вот как здесь видно на экране. Угу. Видите, локти в стороны. И еще один момент, коленками тоже не надо биться, потому что самые опасные части тела — это голова, локти и колени. Это то, угу, чаще всего, чем бьются. Потом, впоследствии, я так понимаю, у нас будут ролики еще, мы покажем. Да, мы сейчас покажем, да, еще. И второй вариант — это когда в падении нога скользит вперед, но мы падаем неправильно. Вот. Есть оно. Вот вы падаете, да, и видите, вот здесь показано, как вы головой бьетесь об пол, угу, да, вот, затылком. Это очень травмоопасно, очень, то есть это тот самый случай, когда голову желательно прижимать подбородок к груди. Я так понимаю, может, на ролике там тоже будет. Угу. Подбородок к груди прижимаем, тогда в таком случае мы при падениях облокачиваемся на плечи и голову не травмируем. Вот, как раз это и называется падение спины на спину со страховкой на лопатки. Это третья часть. Да-да-да, вот как раз мы перешли к этому моменту. Видите, голова подвернута вперед, и тазобедренный сустав приподнят, и для того, чтобы тоже не отбили кости, угу, или тазобедренный сустав облет, это тоже очень болючее и, опять же, травмоопасное. Очень много людей приходят в травмопункты именно с переломами тазобедренного сустава. Это как, угу, раз этот вариант. То есть нужно как бы так... на лопатке, но голову опять-таки, да, хорошо поднять. Вперед. И еще один момент. Локоть должен быть развернутый, то есть падать не вот этой частью рукой, не вот так раскрываться, а ладонь раскрывается вот так, как на эфире, то есть покажу. Ладонью, вот здесь локоть, да, в таком случае поднимается вверх, и вы его не бьете при падении на... Если вы падаете вот так, то локтем будете в пол бить. То есть должна... все, что нужно, это ладонью как бы на лед. Да, на лед, и она вот имеет как и страховочный вариант, вы падаете, голову поджимаете. Помогаем подняться, да? Отлично. Идем дальше. Следующий вариант — это у нас падение с перекатом. Как обычно, вот падают чаще всего, вот зацепились и, соответственно, упали. Переката не получилось, потому что упали головой прям-таки лед. Да, об лед. Опять же, здесь такой же самый вариант. Здесь либо я тут показал, как бы, и тоже и летний вариант, возможно, тоже, потому что вы зацепились, можете и летом, а или зацепились, или поскользнулись, и вас понесло вперед, и чаще всего руки, допустим, расставляют, но руки не уверенные, и руки разъезжаются. Бум! И головой об лед. Это тот самый вариант, когда вот, когда надо перекат делать. Вот, сейчас мы его и увидим, вот как нужно перекатываться. Вот. Здесь локоть любой. Вот, мы заворачиваем его, да, руку. Да, это если вы упали, вы сразу уходите на... Это на боевых искусствах сленг такой называется, кошечкой, перекат кошечкой. Угу. То есть вы подворачиваете локоть, имеется в виду, не расставляете локти, не падаете, не раскользаетесь, угу, и бьетесь головой, а руку как раз только в момент падения, как только вы упали, вот почувствовали, что есть прикосновение, сразу в сторону, вы сразу укатываетесь. В таком случае вы избегаете травматизма удара головой. Вот, вот видим еще случае, раз, да. А еще есть момент, это, скажем так, все-таки, вот как и кошечка, если с вангом, да, братья, еще один момент — это кувырок у меня. Но я так понимаю, что тоже не каждый сможет сделать. Да, я вам скажу, что кувырок тоже опасно, как она, как сложная вещь. Понятно, что в данном случае это профессиональный кувырок. Я имел в виду, что когда вы кувыркаетесь вперед, это все же лучше, чем просто головой в пол. Угу. Но единственное, если вы, как говорится, не профессионал, и все-таки, как это сказать, по ходу действия вас несет на кувырок, не надо сопротивляться. Наоборот, лучше спокойно помочь. Ну, просто подворачивайте, да, руками страхуйтесь, и в естественной позиции тут единственная проблема кувырка, что вы головой в пол можете встрять. Вот в чем проблема. Если вы голову как-то попытаетесь убрать на сторону, под себя, глубже, больше,
Ну, в принципе, кувырок не так уж и страшный в плане. Вот как позиция здесь на кадре была, что... Да, вот неправильный удар, кувырок. Удар головой. Вот это чаще... Вот если вы подворачиваете, даже как детский кувырок, то, в принципе, опять же, если на вас куртка, там, штаны, то тут какой опасный поворот, кувырок, когда вы не катитесь через плечо, то вы можете травмировать спину, потому что вы по асфальту катитесь позвоночником. Но когда на вас куртка все-таки, то будет... зимний вариант, этот вариант возможен. Есть. Ну и, конечно же, такой вариант, который мы назвали во время съемок для смертных обычных, то есть для таких, как мы все, которые кувырки особо не умеют делать в жизни, но уже если только там несет нас вперед, то это называется, если по-научному, это смещение центра тяжести, да? А сейчас мы это тоже увидим. Как это выглядит, это смещение. Итак. Это не я задумался, это так видим фильм. Вот, есть, да, мы вот видим есть, сейчас, да, на экранах я показываю тоже. С разных сторон, да. Вот, да. Сама ирония, знаете, в чем? Как раз после эфира, вот когда мы снимали этот, я сам шел домой и вот точно так же два раза чуть не упал. Имеется в виду, поэтому страховался. Вот такая вот, знаете, жизнь лишена иронии. Именно страховка, то есть вы идете, если вы почувствовали, что вас колбасит на льду, или вы там не знаете, то сразу смещайте центр тяжести вниз. То есть опускайтесь максимально вниз, страхуйтесь руками. Не обязательно в данном случае показан передний край. Можете там вот так, то есть не имеет значения. Главное удержать баланс. Но задача именно сесть максимально, как бы в кавычках, да, провалиться вниз, чтобы тогда в таком случае, даже если вы провалитесь вниз и скользнете, то уже падение будет не с высоты, грубо говоря, 2 метра, а все-таки как-то вот здесь, и вы уже минимальный вариант риска удара какого-то, то есть вы как-то сгруппируетесь. Кстати, я так понимаю, у нас будет еще видео, наверное, на... Да, падение еще, на прямую руку, вот как правильно сначала мы посмотрим. Вот смотрите, да, вот тоже вариант, когда нога у вас поехала, обычно бывает такой вариант, что нога едет, и вы не можете как бы ни кувырок вперед, ни как-то там вывернуться, то проще-напросто просто делайте тело идеально ровное, руку вытягивайте. И опять же, такая же самая страховка, как и вот было перед этим, рука, именно ладонь. Ладонью не, на землю. Да, не тыльной частью об асфальт, а ладонь. Разворачивайтесь, просто растягивайтесь, и у вас получается, да. И рука идет, сама уходит, и вы тем самым сохраняете плоскость, вы не бьетесь какой-то отдельной частью, просто ложитесь. Опять-таки, курточка, все это помогает? Вот здесь в данном случае, да, это те, что локтями нельзя, головой нельзя. Ну и, соответственно, колени также. Они это тоже когда падаете, колено тоже, да. Вот нельзя. Локти, это как обычно, вот падают, потом травмопункт врачам работает. Ну и восстановление очень длительный период. А здесь еще, здесь момент был по поводу того, что нельзя падать на плечо. Вы знаете, плечи тоже, почему рука обычно вытягивается, почему не надо вот, как бы, я понимаю, что автоматически плечом, хочется подвернуть, но подвернуть не на плечо, потому что плечо тоже вылетает, потому что у плеча этот, скажите мне, ключевые кости, вот эти вот трапеции, они очень тоже слабые. То есть это если мы говорим обычных людях, которые не спортсмены, там не качают, не тренируются, у них мясо, связки здесь слабые. И когда вы падаете на плечо, то тоже выбиваете. Весь удар идет именно. Естественно, да, бум, и у вас тряс. Поэтому лучше на лопатки подстраховываться. Поэтому, да, поэтому, да-да-да, то есть именно либо вытягиваете руку, тем самым плоскость прикосновения большая, вы не ломаете ничего и не выбиваете. Либо же в таком случае не плечо, а на лопатку. В таком случае, опять же, плоскость... Ну и страхует всю мягкость курточкой, но опять-таки какой-то слой все-таки снега, который есть. Ну что ж, вот основные моменты того, как нужно падать правильно, поэтому, друзья, лучше вообще не падайте. Это но... да. Когда вам, если на улице гололед, и вы кто-то спешите, выйдите раньше, потому что чаще всего мы падаем, когда спешим. А, гололед, а, побегу, а, бум, упал, и никуда не успел. Поэтому даже несмотря на то, что вы, казалось бы, ровно будете ступать, поверьте, у нас дороги такие ровные, такие идеальные, что найдете за что зацепиться. Да, это точно, это точно. Поэтому падайте правильно, если уже приходится. Падайте и не обращаясь, чтобы потом не обращаться в травмпункты. Да, это точно. Экономить, так сказать, свое здоровье и свои финансы, потому что сейчас, знаете, лечиться лучше упасть правильно один раз. Нежели лечиться правильно. А еще, знаете, еще в идеале попробуйте, не знаю, там дома, на тренировке, где-то в каких-то залах или просто... каком-то на ковре дома, там хотя бы элементы. Я не говорю, чтобы вы там профессионально падали, какие-то там, вот я вот так могу, я вот так вот, ну, как просто приучить какой-то навык. Приучить организм, да, чуть-чуть к тому, как привыкнуть, правильно. Да, хоть чуть-чуть. Тогда вы, когда при падениях непосредственно, когда это случится, вы как-то, ну, относительно в кавычках, автоматически как-то все-таки сделать. И, по крайней мере, если даже чем-то и ударитесь, то это будет, ну, ушиб, да, там, удар, ну, синяк.
То есть не будет каких-то таких последствий вроде переломов. Так что, друзья, эксплуатируйте свой диван. На нем мягко падать. Именно для падений, не только для сна. Попробуйте, как же будет это все. Ну что ж, а я говорю вам большое спасибо за то, что попадали изрядно ради дела, ради искусства. И нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися стосовно того, як правильно падати під час ложелоді, із президентом Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон» Михайлом Шелестом.